ума сошел? Тебя же сразу пристрелят. Немцы совсем озверели. Они сейчас и в своих стреляют. Отрывок из пьесы Андрея Гуркова «Апрель 45-го» Ирина Терентьева читает по ролям. Это произведение вместе с другими участниками театральной студии в своей школе они играют на сцене. Небольшой отрывок девочка подготовила для ежегодного Одинцовского конкурса чтецов. Он про военное время, когда разгромили интернациональный концлагерь. И дети, мы спрятались в подвале и выживали. И в конце я играю мальчика, потому что у нас мальчиков только два мальчика, и я в конце погибла. Нам пришли фашисты, и я взорвалась, чтобы спасти других ребят. Большая часть выступлений посвящена Великой Отечественной войне. От каждой школы округа два участника по двум номинациям. Произведение на свободную тему и авторское сочинение. По обыкновению полный зал сегодня непривычно пуст. В этом году особые условия. Сегодня проходит он немножечко в непривычном для нас формате, потому что обычно приходят родители, приходят учителя, приходят даже директора школ, потому что все волнуются, болеют за своих учащихся. Но вот сегодня мы пускаем в зал только учеников, только конкурсантов. Сейчас вот у нас 10 человек проходит, это блок, потом мы проветриваем помещение, потом снова 10 человек. Костюмы, эмоции, артистизм, речь. Каждый участник должен прожить произведение на сцене. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет, уж не жить, сыночком, не цвести. Конкурс стал доброй традицией. Он проходит уже 14-й год подряд. С каждым разом заявок становится все больше, говорят организаторы. А значит, и любви к поэзии, литературе и искусству. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».